Мир вам и Божья благодать. Андрей, гостиница «Святая Абхазия». Как вы думаете, какое сейчас время? 23 октября, воскресный день. И смотрите, как прекрасно можно купаться в этом Черном море, которое за все время накопило теплоту и благодать. И сейчас как батарея отдает это тепло каждому отдыхающему. Поэтому люди приезжают практически в удобное время и наслаждаются этой удивительной природой даже уже в конце октября. Вода очень хорошая, просто ласковая. И вот люди купаются, отдыхающие. Смотрите, как замечательно. И наблюдают вот эту удивительную панораму. Этот удивительный Кавказский хребет. Как же красиво плавать и смотреть на этот удивительный, как многие люди говорят, опытные или старцы, нет ничего красивее, чем горы. А если вы еще купаетесь в таком удивительном море, как говорил Кукса Одесский, море свято, потому что, представляете, на территории маленькой Абхазии один из апостолов, Симон Канонир, апостол любви, потому что самое первое чудо Господь сотворил именно в Кане Галилейской, как раз на его свадьбе. И он, соответственно, здесь почивает. И от места его, где он почивает, идет река, которая впадает, соответственно, в это море. И, как сказал Кукша Одесский, море свято. И многие купаются в нем, окунаются, как святой источник. Во имя Отца погрузились, и Сына, и Святаго Духа. Аминь, аминь. Плавает и говорит: Господи, очисти меня грешного. И все негативное, все плохое уходит. Люди исцеляются, преображаются и набираются вот этой удивительной благодати. Поэтому мы имеем теплые полы, ножкам тепло. Включили, зашли в номер после того, как поплавали и в октябре, и в ноябре можно плавать. А потом пришли дома, попили горячего чая в гостинице «Святая Абхазия». И погрели ножки на теплых полах, вышли на балкончик, посмотрели, как красиво сейчас цветут разные растения субтропические. Это же субтропики. И здесь просто замечательно. Птички поют, все благоухает. Некоторые пальмы цветут два раза, некоторые цветут в июне, и сейчас же они по второму кругу цветут. Вот так наслаждаются отдыхающие гостиниц «Святая Абхазия». У нас их много. Самое лучшее – это «Святая Абхазия», безусловно. Но есть еще и эконом-вариант, и средний класс. То есть на любой бюджет будет для вас. Поэтому приезжайте, бронируйте в любое время, и все у вас будет замечательно. Ангела-хранителя, мир вам, Божья благодати, храни вас Господь, мир. Аминь, аминь, аминь. Посмотрите продолжение отдыха в октябре, в конце октября. Вот еще отдыхающие взяли такие специальные, не помню, как они называются, вот такие доски. Взяли весла и уплыли практически под горизонт. Смотрите, какая замечательная троица. Поэтому здесь очень интересно, ну просто очень интересно. В гостиницах «Святая Абхазия» в любое время. Абсолютно в любое время. Поэтому приезжайте. Особенно, когда у деточек бывают каникулы, допустим. Да, сразу покупайте билеты и сразу сюда, в «Святую Абхазию». Здесь тепло, хорошо, это же субтропики. Просто замечательно. И вот можно вот так не просто плавать, а кататься на вот таких досках, на специальных, со специальными веселками. Они, видите, как далеко ушли. Я думаю, что они, наверное, сейчас и дельфинов встретят. Посмотрите, какая благодать. Чайки вообще ничего не боятся. Прям в шаговой доступности на курорте «Святая Абхазия». Представляете, какая благодать, что птички ничего не боятся. Слава тебе, Господи. Где такое еще можно увидеть, что в шаговой доступности практически в нескольких метрах у вас вот такая удивительная чайка ходит, наблюдает за вами. Слава Господу. Слава тебе, Господи. Слава тебе.